Доброе утро. Сегодня мы поговорим о языках романской группы. С нами не поделитесь? Пока нет никаких признаков первого контакта. Высота этих объектов не менее 4,5 метров. Мама, что теперь будет? Я не знаю. Аналогичные объекты приземляются по всему миру. Почитать... Доктор Бэнкс, я полковник Джити Вебер. Все говорят, что вы лучшие по части переводов. Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели. Так это... Не все способны выдержать такое напряжение. Вы давно не попадали в стрессовую ситуацию? Сейчас считается. Ответы нужны нам как можно скорее. Чего они хотят? Откуда они? Вы готовы? Я не... Черт, это все на самом деле. А сейчас что происходит? Они прибывают. Господи боже. Сколько их? Всего 12. У нашего мира нет единого лидера. Бессмысленно разговаривать с одним из нас. Как нам понять их намерения? Я должна вернуться туда. Думаю, вы осознаете, что это крайне рискованно. Они пытаются представиться. Работают все до единого. Мне кажется, что бы ни случилось, все сводится к нам двоим. Я знаю, что это. Что это значит? Предложите оружие. Мне не нужен переводчик, чтобы это понять. Мы не знаем, существует ли для них разница между оружием и орудием. Китайцы угрожают уничтожить их корабль. В ответ Корея и Франция сделают то же самое. Возможно, мы в шаге от глобальной войны. Нужно связаться с другими зонами. Мы должны работать вместе. У нас 15 часов до того, как все рухнет. Тебе снятся сны на их языке? Я знаю, зачем они здесь. Какого черта она делает? Доверьтесь мне! Прибытие.